Чувашии проходит недельный рейд «Перегруз». С 28 по 4 октября по всей России проходит акция по контролю за перегрузом. В это время сотрудники ГИБДД усилят контроль за фурами, двигающимися с перегрузом. Также на региональных и муниципальных дорогах будут круглосуточно работать мобильные посты весового контроля. Кроме штрафов, в рамках акции водителям грузовиков будут раздавать памятки, а тем, кто не нарушает, наклейки «Езжу без перегруза, берегу дороги». По информации Минтранса Чувашии, цель мероприятия – сократить до минимума количество перегруженных авто и сохранить дороги. Организаторы надеются привлечь внимание общественности к проблеме разрушения дорог такими грузовиками и поспособствовать распространению автоматических весов на дорогах.